Друзья мои, всем привет. Сегодня идем на стройку. На улице офигительный солнечный день. Прям ни облачка, никакой, ни тучечки нету. Я залетал, наверное, второй раз такое вижу. И то не помню, видел где вообще. Ну, конец лета. Надо хотя бы один-то день такой. Но, опять же, бонус. Хорошая погода. Чуть ли не минусовая температура. На улице полнейший дубачелло. Руки офигели, пока на велосипеде ехал. А сейчас надо еще доску понести. Идти к стройке с пустыми руками, значит ничего не строить. В любом случае, надо что-то утараканить сейчас. Прибыли, друзья, на место. Принесли маленько доски. Сегодня, возможно, еще раз схожу. Скорее всего, даже. Так у меня постройка. Эта штука обсохла. Можно ее обрезать. Здесь лишнее. Ну, по сути, мне ее что-то куда торопиться обрезать-то. И обрезать я буду тогда, когда буду вторую часть крыши закрывать. Вот эту. А здесь, мне кажется, ей даже не хватит. Придется что-то еще кубатурить. Ну, не знаю, посмотрим. Возможно, и пойду на свалке. Там есть такая клеенка. Видите, я даже вдвойне ее делаю, чтобы наверняка не протекало. Если что, мы там посмотрим. Вот найду еще подходящий кусок. Друзья, варить сегодня я ничего не собираюсь. Сегодня буду есть, тестировать то, что мне прислали с повару. Ну и чайку скипятим заодно, кастрюльку для этого, для разогрева. В кастрюле обычно греют, но потом я показывал уже, как в поход ходил, как она разогревается. Это кипятить на воду, потом банку туда отпускаешь. На 20 минут, 15-20 минут и все, блюдо готово. Друзья, кушать я пока не хочу, но чаю попить надо. Поем я после того, как схожу за доской второй раз. Доски мало, но сейчас приходится пилить, потому что здесь уже коротыши пошли все в ход. Ну, доска уходит на две, ну как, делишь на две и тоже ищешь места каждой досочки. С обоих сторон потихоньку закрывается. Ну, плюс, по сути, быстро доделаю. Скоро переключимся на баню. Это дело. Скоро Олег Чебыкин приедет. Через неделю где-то он писал сейчас мне ВКонтакте. Возможно, будут сплавы. Если вода падать начнет. Если не начнет, я не поплыву. Ну вот, поплыву просто так отдыхать. Без спиннинга. Потому что смысла я не вижу. Вот вес только, если окуня в корягах ловить. Так. Уровень воды в реке. Блин, вообще таких не видал, наверное, в это время, чтобы такой уровень воды был. Это большая редкость. Прошлый год она чуть не пересохла за лето, а река вся, а в этом году она отрывается за прошлый год.
наконец-то на улице становится теплее. Ну уже не теплее, уже тепло. Реально сейчас можно даже вот раздеваться до футболки. Прогревает солнышко долго. Осень наступает. Долго прогревается, но все-таки прогревается уже. Все равно приятнее, да, в любом случае, когда солнце светит, пусть даже прохладно, чем прохладно, и дождь фигачит каждый день. Это надоедает. Может, с таким вот, с такой погодой устаканится уровень воды. Охота, блин, планов много по рыбалке в этом году, не сбывшихся. Ничего не получается. Все-таки надеюсь, получится. А нет, так зима придет, а там чемпионаты на чемпионате. Друзья, сходим за доской. Это, конечно, далеко и тяжело, и неохота, если честно, но, блин, надо. Так мы избушку будем всю эту нашу достроивать долго. Если лениться. Да что лениться? Неохота строиться. Доску таскать, конечно, неохота, но строиться охота. Так что совместим, разомнемся. Прогулочным шагом. Парочку, троечку километров туда-сюда. Пустую, потом наполненным. На лодке сейчас таскать, не знаю. Тащить лодку. Ну, короче, я уже объяснял. Это все долго и муторно. И по такому уровню воды еще и небезопасно. Кувыркнешься из лодки, блин. Неудобно. Течение большое, все плохо. Еще притараканил сколько смог. Плюсом жердички там небольшие, перемычки делаю. Но сегодня не хватит доски, сколько поколочусь. Может, вот, помимо колочения все время останется, что-то поделать. Сейчас пойду обед поставлю греться и продолжу строиться. Так, поставим воду. Ну и прям воду сейчас я пущу банку. Сегодня будем есть вот мошки чили. Узбекский. Это уберем лишнюю бумагу. Снимается вот эта крышечка. Раз. Все. Маленечко ее погреем в воде. И можно будет употреблять. Вода теплая, но не кипяток. Но немножко оставим. Вот готово. Я думаю, подогрелось там, варить ни к чему. Вынесем на улицу, пускай там еще постоит в воде. Потом воду сольем. Так, воду вливаем. Будем. Банка теплая, горячая, даже я бы сказал. Сейчас я хлеб принесу, все принесу. Посмотрим, что же мошки чили узбекский. С чем его едят. Пахнет вкусно.
вкус. Такая жиденькая, как кашица. Мясо говядина, масло растительное, лук репчатый, маш, рис, соль, специи, вода. А на вкус гороховая каша. Но не дурно. Поход ходил, когда я брал банку свой. Олимп, по-моему, назывался. Что-то в этом роде. Повкуснее была, но это, но это тоже, опять же, я сказал бы, вкуснее, чем плов, который тоже в банках приходил. Видны прям куски мяса даже. Нормально, хорошая вещь. Что ж, друзья, на сегодня придется завязывать, да и время, да, домой надо выбираться тихонько. Все, поколотиться хорошо, время провел прекрасно. Так, начинаю уже, где полностью зашито, марафет наводить тут, ну, красоту наводить, скажем так. Покажу, короче, о чем я говорю. Это в тот раз начал делать красоту, зашивать швы. Сейчас эти швы тоже здесь, углы обшиваю, в общем, чтобы и красиво было, и ветер все равно не сквозит, ничего там не задувает лишнее. Дальше там зашьюсь, тоже буду дранкой так обшиваться, вот сверху тоже здесь. Друзья, на сегодня закончился. Строить больше не из чего, да и никогда. Пойду домой монтировать для вас интересное видео. Ждите продолжения всего этого мероприятия. Что было завтра, как обычно, я еще не знаю. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Юрий Тетерин. Увидимся.